приходи на кастинг-шоу «Холостяк в Клину». Подробности по телефону 588-70. К другим темам. Аварийные дома под бульдозер. Региональный проект «Общественная инвентаризация» набирает обороты. Его цель – очистить регион от аварийных построек и долгостроев. Негласный слоган программы – «У каждого здания свой хозяин». В Клину по этой программе уже снесено несколько бывших жилых домов. Сегодня тяжелая техника работала в поселке Решетниково. Сносить нельзя оставить, даже не запятая, а точка после первого слова. Опустевший барак 53-го года постройки стал местом притяжения маргиналов. Жители соседних домов перестали спать спокойно. Страшно жить. Барак деревянный. Уже горели. Пожар был уже. Дважды мы горели здесь. Дома расположены близко. Нам гореть всем тогда. Потому что надо сносить бараки. Давно этот разговор вели. Обращения жителей попали на портал «Добродел», оттуда в региональный проект «Общественная инвентаризация». Цель проста и понятна – очистить Подмосковье от бесхозных и аварийных строений. В рамках этой программы выявляются объекты, которые в настоящее время не используются по разным причинам. Это могут быть объекты, которые просто брошены, объекты, которые длительное время не завершены строительством, также аварийное имущество. Старый барак в Решетниково как раз тот самый случай. Этот дом был признан аварийным. В 2015-м его расселили. 16 семей теперь живут в новом энергосберегающем доме, буквально в 100 метрах от деревянного барака. Барак сносят, но место пустовать не будет. Глава Решеткинской администрации уже знает, как можно использовать освободившуюся землю. Если мы еще будем участвовать в программе в ближайшие годы по переселению, здесь планируется построить дом. Если программы не будет, если там не будем участвовать или не будет ее, то посадим деревья, сделаем такую зону отдыха. Здесь довольно-таки много живет людей и будет место для отдыха. Решетниково – территория без руин и развалин. Несколькими днями ранее на улице Центральной был снесен еще один ветхий дом. Осталось только вывести строительный мусор. Олеся Торбенкова, Александр Сидей, Наталья Красавина. Новости дня.